Президент Молдовы Майя Санду снова потребовала вывести российские войска из Приднестровья. На этот раз требование прозвучало с трибуны Европарламента. Молдова является нейтральной страной, ее нейтралитет закреплен в Конституции и поддерживается большинством наших граждан. Мы намерены соблюдать и далее нейтралитет. В то же время для соблюдения нейтралитета мы просим международное сообщество поддержать наши требования о выводе российских войск с территории Молдовы, сказала Санду. Накануне требования молдавских властей вывести российские войска из Приднестровья прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выступала в просветительном онлайн-марафоне «Новые горизонты». Аня Мунтян из Тирасполя задала вопрос, готова ли Россия обеспечить безопасность жителей Приднестровья, учитывая заявление президента Санду. Что касается Приднестровья и всех претензий, которые мы слышим со стороны сейчас нынешних властей в Кишиневе, мы комментировали и напоминаем им, что там все обеспечивается и осуществляется на законных основаниях в соответствии с никем не отмененными и никем не подвергающимися сомнениям документами. Вот пусть они посмотрят те документы, которые сами же и подписывали, перечитают их и поймут, что как бы, никакие озвученные ими претензии или требования просто не имеют связи с реальностью. В июле 92-го в Москве президенты Ельцин и Снегур подписали соглашение о принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Этот документ закрепил присутствие российских миротворцев на Днестре. Молдова от принципов урегулирования не отказалась.